В этом видео ты узнаешь секрет ТикТока, который помог мне набрать миллионы просмотров. И как же все-таки стать популярным в ТикТоке. Перед тем, как мы начнем, поставь лайк, подпишись на канал, не забудь оставить комментарий и let's go! В Ютубе есть куча видосов, как же набрать популярность в ТикТоке. Но вопрос, кто эти видео снимает? Первые. Люди, которые не снимают ТикТоки. Второе. Люди, у которых одно видео залетело в рекомендации, и теперь они считают, что они супер крутые тиктокеры. И третий тип. Люди, которые набрали 1010 просмотров, поймали звездную болезнь, и теперь они дают советы, как же набрать подписчиков. Вопрос, а зачем же слушать меня? Не буду хвастаться, но на данный момент у меня более 285 тысяч подписчиков в ТикТоке. И это при том, что я снимаю меньше года. А первую сотню тысяч я набрал менее чем за одно лето. Тот самый секрет я расскажу в конце этого видео. А пока я вам дам несколько полезных советов, которые помогут вам в развитии. Итак, первое. Конечно же, вам поможет качество видео. Чем больше качество видео, тем меньше режет глаз зрителю. Я, например, снимаю на iPhone, но даже если у вас нет мощного телефона, дам вам лайфхак. Вам нужно как можно больше света в вашей комнате. Мне, например, хватает света из окна. Если у вас в комнате много света, качество будет получше. Я лично видел молодого парня из Африки, который снимает явно на какой-то очень дешевый телефон, и при этом у него миллионы просмотров. Кстати, снимает он примерно такой же, что и я. Второй вопрос, который мучает, наверное, каждого человека, который снимает ТикТок, это когда же выкладывать видео? Что же это за волшебное время, когда нужно выкладывать видео? Конечно же, я бы мог вам затирать про какие-то пиковые часы ТикТока, там вечером, утром, какой-то промежуток времени, но это дерьмо собачье. Мне запрещено говорить точное время, чтобы ваше видео попало в рекомендации. Но попробуйте в 6 вечера. Третье, дам отдельный совет для людей из Украины. Выкладывайте видео по Wi-Fi. К сожалению, мобильный интернет в последнее время барахлит. TikTok может забагаться, и видео просто не попадет никуда. У меня у самого так было. Думал, что же мне делать. Итак, мы все ближе к главному секрету. Но сначала я вам скажу кое-что еще. Если вы думаете, что вы сейчас посмотрите это видео, пойдете снимать видосы, и у вас сразу пойдут миллионы просмотров, нет, это не так. What the fuck? Поверь, ты не особенный, придется и в грязи покопаться. Почему решили на такую меру сегодня выйти? А, потому что не плачет. Постоянно обманывал. Вы думаете, поможет? Для начала тебе нужно дать показать ТикТоку, что ты активный пользователь. Тебе нужно постоянно снимать видосы, каждый день. Если ты решился снимать, снимай, без пауз. Если сделаешь паузу, там, на неделю, забудешь про ТикТок, все, считай, ТикТока больше нет у тебя. Я, например, снимал целый месяц ТикТоки на 50-100 просмотров. 400 просмотров для меня это был какой-то потолок. У меня были полные штаны от счастья. Но при этом я никогда не переставал снимать. Уже почти год я снимаю ТикТоки каждый день. Ни одного дня я не пропустил. И вот вы будете снимать каждый день. Видео за видео за видео. И первый сигнал того, что ТикТок вам доверяет, у вас залетит какое-нибудь видео. Тысяч на 100, на 300, на 500. Потом может опять не быть просмотров. Потом оно залетит снова так же. Тысяч на 100, на полмиллиона и так далее. Если у вас так произошло, считайте, что вы на верном пути. Итак, вот и настал тот момент, когда я раскрою мой секрет. Но для того, чтобы вы подписались на канал, мне придется сказать об этом во второй части. Поэтому подпишись на канал, чтобы не пропустить мой секрет. I'll be mad too, bro.